Доброе утро. Сегодня 9 мая. И мы с Олегом решили приехать на рыбалочку. Едем, опять он меня куда-то везет по своим местам. Едем мы на Платник. Сейчас посмотрим, как мы сможем ли проехать, потому что у нас всю ночь лил дождь. Поэтому есть вероятность, что можем не попасть на этот водоем. Но вдруг, если не попадем на этот, тут рядышком есть другой водоем. Так что по-любому рыбачить мы будем. Ну, ждем, смотрим. Ну, короче, проскочили мы, ребята. Там вначале немножко был разливчик небольшой. Но мы пролетели. Ну, типа вот уже как бы доехали. Сейчас будем разбрасываться. Посмотрим. Вот как-то так, ребята. Наверное, будет рыбалка у нас здесь. Смотрим. Ребята, ну, мы на водоеме. Такая прелесть, конечно. Места обалденные. Если еще бы дождя бы не было целый день. Вот сейчас у нас немножко накрапывает дождь. Ну, думаю, что рыба будет. Здесь по рассказанному, Олег рассказал, что здесь идет карась где-то килограмм, с килограммчик. Я как бы взял себе снасть на карпа. На карпа, сейчас. Но Олег говорит, что здесь такой рыбы нет. Здесь карпа нет. Вот, еще раз. Вы ему верите? Платник. И карпа нет, да? Ну ладно. Я ему тоже не верю. Попробуем, посмотрим. Пока не верим. Ты давай, верю, не верю, давай раскидывайся. Поздоровайся, сиди сперва, потом будешь раскидываться. Мы на рыбалке, ребят. 9 мая. 9 мая, ребята, мы на рыбалке. День победы. День вроде начался, ничего. Светофоры проехали, один задержал только. Два. Ну, два. Смотрим, ребят. Собирай. Ну, ребят, все, мы раскидались. Вот так выглядит место, где сижу я. У нас тут дождик, то срывается, то перестанет. Короче говоря, погода пока такая непредсказуемая. Ну, слава богу, хоть дождик прекратился. Ну, дождик, да, он только вот прекратился. Сейчас так то пойдет, то перестанет, непонятно. То потухнет, то погаснет. Да. Ну, Олежка тут, он сказал, что ему больше двух здесь не надо. Четыре это очень много. Ну да, я тебе серьезно говорю, тут иной раз на одну еле успеваешь. Ну, если будет много, я две уберу в сторону. Пока четыре стоят, пока поклевок не было. Будем ждать. Ну, судя по тому, что тут ходит по камышам, тут трется карась, походу, крупный. Ладно, оставайтесь с нами. Есть что-то? Нет. Да что ж ты угокаешь тогда? Ну, вот так, что... Я тут уже подскочил, ну да как же нет, вот он. Держи, не падай только.
Первый, если упустишь, рыбы не будет. Первый. От ноля отошел. Ну, кидай да. Его в ведро, потом уберешь куда надо. Я тебе говорю, он клюнул, как собака. Ну это маленький еще. Ну это маленький, тут большие. Будем ждать больших. Дождь, падла, не дает. В прошлый раз на рыбалочке был, сделал кое-какие ноу-хау, но я не стал их вам рассказывать, так как не знал, как оно будет работать. По поводу колокольчиков. Вот он колокольчик, к нему привязана веревочка, то есть веревочка цепляется за вот эту тычку. Когда происходит клев, мы слышим, подсекаем, колокольчик падает, и мы тянем рыбу, не мешаем никому, и никто нас не назовет, что у нас фамилия Звонарев. Вот такой вот. Правда, прошлый раз было не очень удачно. Я поводочек этот сделал слишком короткий, его не хватало до краешка, и было менее эффективно все. И немножко переделал. Ну, теперь ждем поклевки. Ее пока нет. У меня Олег уже от ноля отошел. Но будем ждать.
От ноля отошел и я лишь. Вот он, ребята, первый. Красавчик, чистенький. Не больной. Все, мазь пошла. Чувствую, что тут тоже хряснуть в один прекрасный момент. Ребята, дождь опять пошел, солнышко выходит, мы ловим, уже второго карасика вытащил, такого же, не успел включить камеру, а тут у нас, если будет видно, думаю, будет видно, радуга, уже после этого дождика немножко распогодится. Вот такая вот радуга. Места обалденные. Что я вам хочу сказать. Вот приехал сюда на платник. Ценник 500 рублей. Клюет пока только карась, чуть больше ладошки. Но дело в том, что один большой плюс. Нету мусора. Значит, хозяева убирают, видимо. Ну, плюс еще ко всему. Плюс ко всему тут возле каждого места стоит вот по вот такой бочке мусорной. И на протяжении вот всего берега, если видно камерой, передает, вот там возле каждой нычки есть бочка. Ну, тем не менее, есть такие люди, которым даже до бочки добраться тяжело. Поэтому он бросит все под ногами в надежде, что за ним все уберут другие. Но мы не такие. Мы все убираем за собой. Вывозим, если нету урн. Че, Олег? Ты пип говори. Ну, сейчас надеюсь, что это вот пройдет и больше его, наверное, не будет, потому что вообще по прогнозу сегодня переменная облачность без осадков. Но судя по тому, как ночью должен был быть маленький дождик, то он всю ночь лил конкретный дождь. Вот Олежка у нас вытащил дуплетом подлещик, карасик. Ну, видишь, то нет, то нет, то подва, да? Так,
какое-то временное затишье. Ну да. Ну ничего. Будем подождать и будем посмотреть. Да. Что-то пока не очень радует рыбалка. На платнике хуже, чем на бесплатнике. Так сюда, то нет, то нет, уже занят чем-то, так начинает клевать. Радует нас потихонечку карасик, очень. А? Радует он нас понемножку хоть. Что-то вяло сегодня вообще. Самым берегом ушел. Да, он плюх уже прям рядом с берегом.
никого. Да, ребята, клев сегодня не тот, что раньше. Не клюет, говорю. Вот тебе и платник. Приехали на платник, ребята. На крупного карася, его даже мелкого мало. Олег тут свою удочку спасал, вообще в воду лазил. Зацепился за камыш, полез доставать, утопил телефон. Еще оказалось, что достал. Достал, а там еще рыба, карась еще сидел на дне. И телефон вроде бы пока живой. Так что, ребята, такие приключения у нас сегодня. То дождь с утра, ветер, то подымется, то стихнет. И я еще дома забыл шнур. Повербанк взял, а шнур забыл. Батарейка уже наполовину села, даже на больше, чем наполовину. Поэтому лишний раз не включаю. Ой, будем забрасывать дальше.
нынче они очень дефицитные. Лёд слабый сегодня, ребят. Сильный ветер. Погода сменчивая, то ветер, то тепло, тучи. Не угадались. Ничего, время еще есть, будем пробовать. Может, ближе к вечеру пойдет. До свидания.
Все, Олег отрыбачил. Давайте. Счастливого пути. Удачи. А мы остаемся. Все, эту рыбу заставят выкидывать. Давай, давай, счастливо. Давай. А мы еще полчасика, с часик еще побудем. Удачи. Вот, ребята, очередной карасик. Вот ближе к вечеру, как и говорили, как мы и надеялись, клев пошел. Но уже вот скоро надо ехать домой. Вот такие вот золотистые карасики с ладошечку. Ну, уже пора домой собираться. Место, конечно, обалденное, вообще так чистенько, тенечек, летом сюда, если можно приехать даже с ночевочкой, есть куда палаточку поставить, есть где поляну накрыть. То есть, надо учесть этот водоем, приехать летом. Но сегодня, я так думаю, что ветер вот этот сильный. Тем не менее, рыба есть, ребята там на катере закинули туда, на ту сторону, поймали амурчика, не знаю, на сколько килограмм спросил, но так и не ответил. Ну и сазан есть, есть карп здесь, есть все. То есть Олег был неправ, и я был уверен в том, что он есть, но единственное, что на сегодняшний день даже мелкий карась клевал неохотно, поэтому все, видимо, все зависит от погоды. Так что, ну, минут еще 15-20 побудем и будем собираться, потому что надо ехать еще километров 25, наверное, до дома. Была, ребят, поклевка холостая, не успел. Ребят, ну вот и подошла к концу наша рыбалка. Отловились, порыбачили, отдохнули. Что хотели, получили. Значит, еще раз повторюсь, на этот водоем я сегодня тоже приехал первый раз. Ехали мы в надежде поймать карася до килограмма. Тут есть такая рыба. Видимо, на сегодняшний день не судьба была ее поймать. Либо погода подвела, либо, ну, по стечению обстоятельств что-то пошло не так. Ну да ничего,
Без рыбы мы все равно по-любому не уйдем. Рыбу мы поймали, тушку отвели. Значит, все, мы собрались, убрали все за собой. В принципе, убирать там практически нечего было. Место было очень чистое с утра. И мы соблюдали тоже чистоту. Все следом за собой складывали в кулечки, в пакетики. И там сзади меня есть бочечка, там контейнер, мусорный бак. Все туда покидали. То есть все осталось довольно-таки чисто. И надеюсь, что кто здесь будет в дальнейшем отдыхать, будет доволен. Ну, теперь что? Теперь мы, наверное, сейчас достанем рыбку, посмотрим, что мы наловили. Да, место, конечно, красивое. Очень красивое место. Спокойное, тихое. Позади поле пшеничное. То есть никаких шумов, никаких машин, транспорта, ноль вообще. Далеко от всего. Ну ладно, будем доставать улов. Опа. Ну не так, как те разы. Ну, килограмма 2,5 есть. На пару сковородок есть, так что сейчас погрузимся и поедем до дому. Ребята, ну на этом будем закругляться. Еще раз говорю, всем до свидания. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Выезжайте на рыбалку. Итак, всем пока, ура!